Ребята, всем привет! Сегодня на обзоре будет аккумулятор, внешняя батарея Powerbank B-Sitter. Значит, заказал я этот Powerbank месяц назад с сайта AliExpress. Сейчас я хочу сделать честный обзор, так как я уже этот Powerbank протестировал, я им пользовался. И сейчас хочу сказать свое личное мнение, насколько он хорош, этот Powerbank. Он мне быстро дошел за неделю. Вот. То есть, скорее всего, доставка была из России. Давайте посмотрим, что внутри. Значит, внутри находится вот такой вот коробочки сам Powerbank. Значит, зарядка. И вот такая вот небольшая инструкция на английском языке. Это все, что здесь, собственно говоря, и было. Достанем сам Powerbank с коробочки. Значит, смотрим, что это за Powerbank. Здесь имеется 4 разъема и кнопка включения-выключения. Но когда вы производите, значит, зарядку, он сам включается, и, в общем-то, этой кнопочкой не обязательно даже пользоваться. Что этот Powerbank, значит, имеет? Значит, здесь на коробочке представлено, что он дает 20 мАч. Есть, значит, здесь различного рода функции защиты. Это защита, 10 защит от перенапряжения, от высокой температуры, от превышения напряжения на выходе, защита от короткого замыкания, также защита от неправильного использования разъемов, защита от перезарядки, значит, аккумулятора, значит, и защита от перезагрузки потоку. Также перезагрузка аккумулятора на аппаратном уровне, защита от магнитных волн. Но представлены вот эти вот все виды защиты, это является большим преимуществом. Хочу сказать, что единственный вот недостаток этого аккумулятора — это только вот его размер. То есть он достаточно такой большой, увесистый, значит, не каждый может его вот так вот просто взять, допустим, куда-то носить. Но в принципе в сумочке дома пользоваться, куда-то там с собой взять, путешествие — это отличная вещь. Значит, скажу коротко, что этим аккумулятором я уже пользуюсь больше месяца. Вот, то есть этот аккумулятор мне очень понравился. Сейчас я поясню, почему. Во-первых, то, что много видов защит, которые я уже перечислил. Во-вторых, он поддерживает быструю зарядку. Сам аккумулятор можно заряжать через 2 входа. Этот аккумулятор отлично заряжает телефоны, различные гаджеты. Как я уже сказал, если ваш телефон поддержит быструю зарядку, то значит будет зарядка быстрой. Давайте попробуем сейчас подключить тестер к самому Powerbank'у. Значит, я подключил сам Powerbank к телефону Galaxy A5 и смотрим на сам экран. На экране самого Powerbank'а показывает, сколько процентов зарядки имеется, показывает также 5 вольт. Смотрим на сам тестер. Значит, здесь у нас также 5 вольт, 0,14 ампера, ну и идет зарядка, да, вот миллиампер часов. Значит, хочу вам сказать, что вот этот Powerbank, значит, может заряжать не один телефон или гаджет, а может заряжать сразу 2 гаджета. Или вот, например, прицеплю я вот к нему фонарик, да, скажем так. Вот я к нему прицепил фонарик. И то есть он может либо 2 гаджета заряжать, либо вот заряжать гаджет и еще, значит, второй порт использоваться под, скажем, фонарик. Фонарик Xiaomi, на который, кстати, я делал обзор, можете посмотреть на моем канале. Я вот этот вот Powerbank всем советую, так как он действительно имеет
преимуществ. Он очень бюджетный, стоит чуть больше 1000 рублей на Алиэкспрессе. И поэтому этот недорогой пауэрбанк, в общем-то, доступный, и можно им пользоваться хоть в путешествиях. Я подключаю свою электронную книгу, значит, заряжаю, либо читаю, если зарядка уже минимальная. Также вот пользуюсь вот таким фонариком. Делал тест, вот этот фонарик я подключал к самому пауэрбанку и оставлял его на 2 суток. То есть он просто, не выключая, вот так вот светил 2 суток. И кроме того, когда я его уже, значит, через 2 суток захотел, ну, выключить, да, он продолжал гореть. Я не посмотрел, какой процент зарядки оставался, но больше 2 суток этот фонарик может светить, давать свет. Сколько он потребляет? Значит, сам фонарик, вот этот вот от Xiaomi, в зависимости от того, ну вот насколько включен свет, да, так вот он и потребляет. Но вот на максимальный 5,1 вольт и 0,14 ампер, плюс-минус. Если включить, значит, фонарик побольше, то получается 5,1 вольт, но уже 0,36 ампера. Советую вот этот пауэрбанк к покупке. Значит, я его уже многократно тестил на заряды, разряды, на использование быстрой зарядки. И вы знаете, я хочу сказать, что другим пауэрбанком даже и пользоваться не могу. Это прямой конкурент знаменитому пауэрбанку от Xiaomi на 20 мАч. Здесь действительно заявленные вот эти 20 мАч действительно есть. Производитель не обманывает. Здесь также есть все функции защиты, которые я перечислял. Также есть, значит, вот эти вот порты быстрой зарядки. Ну, то есть, советую этот пауэрбанк покупки, не пожалеете. Если понравился видосик, не забываем ставить лайк, подписаться на канал, будет еще много чего интересного. Всем пока!